Մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել հայելի ակումբի յութուբյան էջում, իմ հյուրն է քաղաքագետ վերուցաբան Ալեքսանդր Իսկանդարյան, բարև ձեզ պարոն Իսկանդարյան, շնորհակալ եմ շատ, որ համաձայնեցիք, կար բավականի երկար ժամանակ, հա, այսպես ասած, սպասում էինք, շատ բազմազբաղ վիճակում էինք, ինչևէ բազմաթիվ թեմաներ կան, մտահոգիչ հարցեր կան, և այս փուլում հատկապես շատ հետաքրքիր է լսել ձեր կարծիքը, գնահատականները և մոտեցումները։ Ինչպես տեսանք, մեր հարցը, ինչպես ասում էին, Թուրքիայի երկար տարիների երազանքը իրականացավ, այլևս խոսում են 3+3, հա, ձևաչափի մասին, որտեղ նաև քննարկվում է մեր տարածաշրջանի հարցը, և այսպես թե այնպես Թուրքիան մտավ արդեն շատ ավելի բան կերպով, և Արցախ, և Հայաստան, և հիմնախնդրի շուրջ ունի իր կոնկրետ անելիքը, կարծես ասելիքը և անելիքը, սա սպասելի է, թե սպասելի չէ, և ինչ փոփոխություն կվերի դա։ Конечно, ждать этого надо было, это результат войны. Вообще все, что сейчас происходит, это результат войны, которая прошла год назад, результат победы в этой войне Азербайджаном при гигантском участии Турции. Что касается того, что Турция добилась успеха, вне всякого сомнения, она этого успеха добилась до войны прошлого года, ну, я бы сказал так, да, любая более-менее серьезная эскалация, тем более несерьезная эскалация здесь у нас на Южном Кавказе, ну, то есть вот в треугольнике Армения-Азербайджан-Арцах, могла быть остановлена, условно говоря, телефонным звонком из Москвы. Теперь у Алиева стали два телефона, стоят они один, и трудно мне сказать, какой из них больше и громче, телефон Москвы или телефон в Анкару. То есть, ну, Турция вошла в сфере экономики, Турция давно на Южном Кавказе, и в Грузии, и в Азербайджане. В сфере, там, скажем, культурного влияния в Азербайджане она тоже давно. А в сфере безопасности она пошла, в общем, после, в результате этой войны. То, что Турция достигла всех своих целей, нет, не согласен. Турции были цели после войны. Ну, например, Турция собиралась становиться сопредседателем Минской группы, и ей это не дали сделать. Например, Турция, судя по всему, ей было обещано, что ее солдаты будут в числе миротворцев, которые будут стоять вокруг Карабаха. Это тоже не получилось. Так называемый мониторинговый центр должен был внутри быть территории НКР, но под НКР я имею в виду ту территорию, которую арцахцы контролировали до войны. Да, тоже не дали. И, в общем, символически у них сейчас этот мониторинговый центр, так называемый. Но, конечно, турки очень многого добились. И это очень серьезно. И это имеет значение не только для Южного Кавказа, это гораздо более широкое. Но по поводу 3+3 я не очень верю в то, что это может быть реалистично в ближайшее время. Ну, потому что формат, в котором одновременно присутствуют Россия и Грузия, Турция и Иран, и Армения, и Азербайджан, работать не может. Процесс будет идти, это способ Турции обозначить свое влияние в регионе. Разговоры будут идти обязательно. Даже, может быть, какие-то там заявления могут быть подписаны. Но реально работающим форматом этот формат, на мой взгляд, быть не может. Но, конечно же, мы видим турецкую политику в регионе. И такая ситуация, как сейчас, она не очень благоприятна для Армении, для Арцаха, естественно, потому что турецкая и азербайджанская позиция, они практически едины. У нас два Баку, один Баку слева, другой Баку справа. То есть у нас со стороны востока у нас Азербайджан со своими интересами, со стороны запада у нас Анкара, которая в том, что касается Армении и Арцаха, действует в русле не своих интересов, а интересов Азербайджана. Эта позиция едина. Там, скажем, с остальными игроками это не вполне так. С Западом, с Россией, с Ираном это не вполне так. Да, там позиции как-то сдвигаются, могут, в принципе.
Другое дело, это надо делать, но могут. А тут единая позиция, и это, конечно, не очень благоприятно. Там, скажем, когда была футбольная дипломатия, уже более, да, 10 лет назад, это была именно попытка развести Турцию и Азербайджан. Сделать так, чтобы их позиции были отдельными, хотя бы в чем-то. Сделать так, не получилось, рвалось, но это была попытка сделать так, грубо говоря, да, чтобы эта война была невозможной. Потому что результаты этой войны очень сильно опосредованы турецко-азербайджанским союзом. Да, если бы Турции в игре не было, война могла бы кончиться по-другому совсем. Не получилось, рвалось, и тогда и сейчас мы пришли к той ситуации, когда, вот я говорю, по-моему, это так, почти везде турецкая и азербайджанская позиции совпадают. Это не означает, что это навечно. Это не означает, что теоретически можно попробовать работать в этой ситуации, но это сейчас так, на мой взгляд. Патеразмиц хето гарнавес фитесакит, вон мия корцного менкинг, Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը ձեռքբերում ունեցան, բնականաբար, եւ նաեւ դժգոհություն կա Էրդողանի կողմից, որ չունեցան այն ակնկալիքներ, ինչ որ ունեին, չբավարարվեց. Ես согласен с тем, что Турция не достигла тех целей, которые они ставили перед собой, и я об этом уже сказал. Что касается России, нет, я не согласен, что Россия выиграла. Эти все разговоры, многие российские наблюдатели, особенно те наблюдатели, которые, ну, скажем так, оглашают государственную точку зрения, они так говорят. Но мне кажется, что это спасение лица. Россия теперь здесь, под Южным Кавказом, я когда говорю, вот сейчас я буду иметь в виду без Грузии, да, вот Армения, Азербайджан, Арцах. Она теперь на Южном Кавказе, она себя вынуждена вести, ну, примерно как в Сирии. То есть, кроме нее, есть другой крупный игрок. Этот другой крупный игрок – это тоже региональная держава, это Турция, и Россия вынуждена взаимодействовать с ней, иногда конкурируя, иногда соглашаясь, иногда идя на какие-то соглашения, иногда вытесняя друг друга, но в любом случае это не та ситуация, которая была после войны. До войны, извиняюсь, я бы сказал, что формат поменялся. Южный Кавказ теперь не вполне постсоветское пространство, а он стал частью так называемого Большого Ближнего Востока, довольно конфликтного региона, в котором идут связанные между собой процессы. И в ряду того, что происходит в Ливии, того, что происходит в израильско-палестинских взаимоотношениях, ну, израиле-арабских, давайте так, того, что происходит по отношению к Ирану, того, что происходит в Северной Сирии, в Ираке, вот в рамках вот всего этого существует теперь и то, что происходит у нас в регионе. Это другая ситуация, это новая. И Россия, конечно же, в этой ситуации понизила свой... Ну, условно говоря, знаете, вот не моя эта фраза доктора Пухова, российского исследователя, который это сказал, да, в одном из своих статей, в одной из своих статей. Союзник России потерпел поражение, а союзник Турции выиграл войну. Ну, это же правда так. И это, в общем... Серьезно. Կա հարաբերությունների նոր ձևաչափ կամ ընթացքի մեջ է Ռուսաստան եւ Թուրքիան, շատերը ասում են անելանելի վիճակից է, որ Ռուսաստանը գնում է նրան, մանևրում է, փորձում է եւ մյուս կողմից հավատում է, որ հնարավոր է հա Թուրքիայի հետ ինչ-ինչ բաներ ձեռբերել, դա ռեալ է, Ирия Тайсакане, Те, Эли Ивана Киркнекель. Вы знаете, уже мои коллеги в России придумали определение той политики, которая... Это самое ничего с Сирией, где не цов хакамартутюна, Украина и Сахманин, где не цов тур, и это хайтарарутюнеры, вот мы байрактарнеры
այն ժամանակ դեր պատկանում ես, երբ որ մենն են, երբ որ վաճառում ենք, այլևս մենք կապ չունենք, բայց այն ամենայնիվ այդ ներկայությունը կա, հա՞։ Ուկրաինական սահմանին։ Այդ ռուսские ուчёные называют этот тип взаимодействия конкурентным сотрудничеством. То есть у России и Турции, конечно, много общих интересов. Эти общие интересы связаны с несколькими обстоятельствами. Во-первых, тем, что и Россия, и Турция в разной степени, но они изгои для Запада. Это государства, которые, вот, с которыми у Запада есть большие сложности во взаимоотношениях. Это связано с тем, что Турция член НАТО же формально, но чрезвычайно специфический член НАТО. Я не знаю второго такого. Да? Вот если там у России, предположим, будет проблема, ну, я не знаю, с Румынией или с Польшей или с Эстонией, то говорить с Варшавой, Таллином или Бухарестом не нужно будет. Говорить надо будет с Вашингтоном, да, понятно. В случае Турции это не так. Турция проводит чрезвычайно самостоятельную политику в сфере безопасности, оставаясь членом НАТО. Повторюсь, такого второго примера я не знаю. Отчасти Франция, но тоже не так это все. Да? И вот этот фактор. И то, что у России и Турции, ну просто географически, объективно, есть некоторые факторы, которые работают на их сотрудничество. С другой стороны, я мало знаю стран, элиты которых настолько друг другу не доверяют. И понятно, каково взаимоотношение между этими элитами, и мы видим эти проблемы. Иногда они выходят на поверхность. Но много ли вы знаете союзников, которые сбивают самолеты друг друга, в которых иногда послов убивают, в которых вот-вот происходят вот эти вот вещи, но рано или поздно оно приходит к какой-то договоренности. Это довольно зыбкая почва, довольно сложная почва взаимоотношений, при которой и противоречия сохраняются, и при этом сохраняется на взаимодействие необходимость. И сколько это продлится, я не знаю. Это может продлиться достаточно долго. Это может быть, что такая ситуация будет существовать довольно устойчиво. Но если вы меня спросите, каковой будет Турция, скажем, после Эрдогана, или Россия, скажем, после Путина, я скажу, не знаю. Я скажу, что возможны варианты. Там, предположим, экономическая ситуация в Турции чрезвычайно сложная сейчас. Турция проводит очень, я бы сказал, результативную политику. На самом деле, вот политика Эрдогана, она чрезвычайно до сегодняшнего дня результативная, но она очень рисковая, часто лезвие бритвы. Так что поживем, увидим. Но на сегодняшний день у них есть причины сотрудничать и есть причины враждовать, и то, и другое происходит, в том числе прямо здесь. Լարվածությունը Ուկրաինայի սահմանի սիրեմ կմնանույն մակարդակի վրա, ինչպես միշտ, իջնում է, բարձրանում է, բաղվում երկրություն, այդպես կշարունակվի, մինչև որ պահը. Не знаю, до тех времен, когда изменится конфигурация, то есть Россия-Запад, Россия-Турция, Россия-Иран, это может, повторюсь, это точно может продлиться годы, как минимум. Но что это будет всегда так, я бы остерегся так говорить. Ганг мир вочхарнелин. Կա որևէ, դուք ասացիք, կա էլիտայի անվստահություն, հա, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի, կա վստահություն այսօրվա Հայաստանի եւ Ռուսաստանի իշխանությունների էլիտայի միջև, նկատի ունենալով անցյալը եւ նաեւ այսօրվա ներկան, որ ամբողջությամբ հանձնվելու, տրվելու, պատրաստական լինելու, այսպիսին է ամենը դեպս մեր իշխանությունների կողմից, հա, դեպի Ռուսաստան Есть такая уверенность более-менее на сегодняшний день. России удалось добиться ситуации, при которой им не важно, кто сидит в кресле руководителя Армении. То есть вот... Ну, это так получилось, нет, я не говорю, что это специально делалось, конечно. Да? Поначалу, когда только случилась революция и к власти пришло нынешнее правительство, ну, Пашинян, в смысле, да, с его правительством, в России были опасения.
были опасения, потом они потихоньку развеивались, а уж после войны, ну, в общем, я думаю, что русским совершенно очевидно, что не от личностей зависит то, что здесь происходит, что зависимость Армении от России, она же стала, ну, это вообще немножко забавно, она стала больше. Люди, которые приходили к власти в 18 году, и люди, особенно люди, которые их поддерживали, мы же помним все эти лозунги, они действительно не были напрямую антироссийские, ну, все эти лица, всех этих людей, знаете, вся Армения, страна-то небольшая, и в правительстве у нас есть люди, которые участвовали в некоторых акциях, которые, ну помнят же все люди, да, и вообще такой общий тренд революции был, это прорыв в модерн, это прорыв в Европу, это уход от постсоветского, уход от всего вот этого и так далее. Получилось в итоге, что мы зависим от России больше, чем раньше, причем гораздо сильнее больше, чем раньше. Одно то, что физическую безопасность граждан Арцаха обеспечивают уже не армяне, а русские. Одно то, что Армения не в состоянии гарантировать безопасность своих границ, да, если входит со стороны соседнего государства какой-нибудь вооруженный отряд, а его встречает пастух, или там, я не знаю, сельский староста, или просто проходящий мимо человек, или стадо коров. Да? То есть даже не пограничник, не говоря уже об армейских соответствующих структурах или службах. И вопрос обеспечения безопасности – это вопрос дипломатического взаимодействия Еревана с Москвой. Даже оставим в сторону, насколько это получается, насколько не получается, но если вдруг что-то случается, там, предположим, на границе в Сюнике, не отряд выдвигается, а звонят в Москву. Да? И это большая зависимость, чем была. И в этом смысле… Ну вот та ситуация, которая раньше таким образом трактовалась, так много говорю, знаю, куда денутся, она в умах людей в России, конечно, держится, но понятно, что Армения не в состоянии справиться. Мы кани таснам, я караш нортвел, я вот состану драмров, урбити пакчен, бать, хима, где-то венг драма дручунер, мен каровенг хусапил драма симба арсазайн чхосел, бать, մեկ էլ հանկարծ տեսնում ենք, որ ինչ-որ հոսանքներ կան երկրում, որ ինչու ոչ Թուրքիա, չէ, եկեք ընդունենք, որ նաև այդպիսի տեսակ էր կա. Դա դե всякие представления есть, другое дело, что обычно… Մենք էլ անակնկալի եկան, գուցե ռուսներն էլ անակնկալի եկան, բայց այն ամենանիվ այդպիսի տրամադրություններ կան, ընդ որում ջարդից հետո, հենց հիմա. Понятно, да, только в политической реальности, когда ты следишь за политическими событиями, ты следишь не только за настроениями, а ты следишь еще за ресурсами. Да. Ты следишь еще за то, что возможно, а что невозможно. Mm-hmm. Да? И в этом все, там, ну, предположим, да, я скажу вам, аналогично можно было сказать о ситуации до 2020 года. Если бы вы посмотрели на армянские настроения, как минимум, начиная года это с 10-11 и уж точно с 16-го, господствующие настроения в Армении были не сантиметра земли, мы никому давать не собираемся. Давать метись. И к чему это приведет? Хасканали. Дук има осмек, агринка русамитена, айсурва ишханутюннере, бац парзе, вор… Нет, я не говорю, что они прорусские. Че, это стацвет? Что у них в голове, это их личное, так сказать, дело. Ка тесакет, вор, уаки бирас ебан е, эспес, мец ебан е, а, уменал эсписи… Գործընկեր ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է, պատրաստական է, այո, այդպես ենք մենք տեսնում, հա, Ռուսաստան-Հայաստան հարաբերությունների մեջ, այդպես է, բայց նաև մենք տեսնում ենք ճանաչելով Նիկոլ Փաշինյանը կամ գոնե առնվազն այն ինֆորմացիան, որ բացահայտվում է, ցանկություններ, հա, խաղաղություն Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ, չգիտեմ, գուցե կարճաժամկետ ցանկալի գործընկեր է, եթե այդպես կարելի ասեմ, երկարաժամկետ արդյոք ցանկալի գործընկեր է ինքը Ռուսաստանի համար։ Եվ անցյալը նկատի ունենալով, եւ ներկա վարկագիծը նկատի ունենալով, եթե այո, միջև որ ժամանակահատված է, գանք միանգամից քարտեզներին, սահմանազատմանը եւ ինչու ոչ այն մեծ միության մասին, որ հիմա արդեն մերձ Նիկոլական շրջապատն է սկսել բանակցություններ վարել,
փորձելով այս դրամատրությունները ստուգել, դրա կապված քարոզի մասին մտածել եւ այլն եւ այլն։ Մը իջում կորիդորը։ Мы идем к началу процесса определения, так, не знаю, как это называть, да, это называют в прессе делимитацией, но это совершенно неправильно, но к определению границ. Мы идем к тому, чтобы случилось, ну, были подписаны какие-то бумаги, были встречи между Пашиняном и Алиевым, а может быть в дальнейшем Эрдоганом, не знаю. Идем, это не означает придем, но в смысле открытия дорог, в смысле коридора, я думаю, что придем. Я думаю, что этот вопрос Калини. Более или менее решен да, уже. Калини, там... Чанапар, Калини, да? Я не политик, поэтому спорить о терминах и называть... это так или сяк, мне неинтересно. Да, я думаю, что будет то, что будет. Сейчас объясню, что называть это в Армении не будут коридором, а в Азербайджане будут коридором это называть. Реально в мировой практике такого рода, так сказать, путепроводы принято называть коридорами. Что имеется в виду? То есть имеется в виду, ну, железная, видимо, в основном дорога, которую, кстати, еще построить надо, ее же там нет, да, по которой будут проходить поезда, а в дальнейшем, может быть, не только железная или наоборот, неважно, будут проходить поезда, проходить они будут не останавливаясь. Речь не идет о том, чтобы из Мегри в соседнюю деревню возить груз. Да. Это всего 40 километров, да. Это будет дорога даже не из Азербайджана, из основной части Азербайджана в Нахичеван. Это будет дорога из Азербайджана в Турцию. Реально. И охранять эту дорогу, то есть обеспечивать безопасность на этой дороге, будут не армяне, скажем так. То есть там будут элементы экстерриториальности. Да? То есть если нет этих элементов, если дороги открываются... в нормальном режиме, как дороги, то происходит то же самое, ну, как, например, вот грузинские дороги, они открыты для армян. Значит, вот, предположим, когда армянский шофер или просто человек, вот я за рулем своей машины, едет в Грузию. Ты проходишь границу, тебе ставят печать в паспорте, ты берешь, покупаешь страховку. Если у тебя есть груз, если ты шофер, и у тебя фура, тут там какие-то, не знаю, как шофер, у меня не был, это, в смысле фур, тоже, наверное, какая-то страховка существует. Таможню проходишь, и после этого ты едешь по территории Грузии, пока не выйдешь в третью страну. Вот ничего подобного не будет. Будет проходить сплошняком через эту территорию. Да, и когда ты попадаешь в эту Грузию, твою безопасность обеспечивает грузинская полиция. Если у тебя что-то случилось, если авария, если там, ну, мало ли что, да, то это ты обращаешься в грузинскую полицию. Вот не об этом идет речь. Теперь можно это назвать коридором, можно это хоть тропинкой назвать, но это будет то, что будет. Об этом идет речь. И это обсуждается, я думаю, что, ну, я не говорю, что это случится завтра, но мы достаточно близки к заключению первых каких-то соглашений, заявлений, я не знаю, по поводу этого. Ну, то, что сейчас говорят, что это выгодно, что это нужно, что это не коридор. Что это выгодно Армении, что Армения будет иметь путь во внешний мир, что за это нам будут чего-нибудь платить. Сейчас наши власти добиваются того, ну, понимаете, в соглашении годичной давности, да, 9 ноября, единственный пункт, который касался постконфликтного развития, не остановки войны, не прекращения огня, а постконфликтной ситуации, был пункт на дорогах. И, ну, очевидно, добиваются армянские власти того, чтобы открылась не только эта дорога. Азербайджану уже не нужны дороги вообще. Речь же не идет о том, чтобы я сел бы вот на свою машину и из Иджевана поехал бы в Махачкалу через Баку. Нет, об этом речь не идет. Или чтобы бизнесмен... нагрузил эту машину армянскими, я не знаю, чем товарами, персиками или абрикосами и повез их в Ставрополь через
Азербайджан. Нет. Речь идет именно вот о той дороге, которая нужна Азербайджану и Турции. Причем чрезвычайно важный тот момент в том, на мой взгляд, что это же не экономический проект никакой, это политический проект. Дорога у Азербайджана в Турцию есть. Называется она Халкалаки-Карс. И она практически не работает, там возить особо нечего. То, что из Азербайджана есть чего экспортировать в Турцию, это газ и нефть. И Баку-Эрзрум, Баку-Джейхан вполне выполняют эти функции. Для этого не нужен никакой Мехри. То есть это политический проект. И это хотят пробить. Может быть, чего-то выторгуют. Может быть, что-то получится. Там какая-то связь с Ираном. Какое-то взаимодействие там, я не знаю, с Азербайджаном по границе. Может быть, там сколько-то пленных отдадут. Не знаю. Но проект этот именно такой, и что он случится, ну, никогда не говори никогда, конечно, но, в общем, я серьезно в этом, я бы дал больше 50% за то, что это произойдет, причем произойдет довольно быстро, начало этого процесса. Մեր նախնական զրույցում մոտավորապես այս սիվան ասացիք, երբ որ ասում էին, որ թվականի քարտեզներով սահմանազատում կլինի, մոտավորապես ես ասում, էական չի, ինչու և ինչպես է լինելու դա? Границы будут, карты, это все, я даже не знаю, для кого это говорится, да, давайте, ну, если отниму у вас минуту, да, никаких международно признанных границ в Армении нет, с этой стороны. Административные границы Советского Союза и международные границы – это разные вещи. То, что мы после, когда произошла независимость Армении, сразу после этого, в процессе этого, началась Карабахская война, и, строго говоря, там границ между Арменией и Азербайджаном почти не проходило вообще. Потом был долгий период, когда мы граничили с Арцахом, а не с Азербайджаном. Эти границы совершенно новые. Те административные границы, которые были, они, во-первых, много раз менялись. В процессе Советского Союза это менялось. Во-вторых, карты очень часто неточные. И в-третьих, там иногда юридически совершенно непонятно, что чему принадлежит. Вот такой-то колхоз отдавал соседнему колхозу территорию в аренду или передавал ее для там, чего-то из соображений удобств, а этот колхоз был на территории Азербайджанской ССР, тот колхоз был на территории Армянской ССР. Нужна делимитация. Делимитация – это долгий, сложный процесс. У нас в Грузии границы не делимитированы, до сих пор 30 лет прошло. Две трети примерно делимитированы. Идет процесс. У Азербайджана с Грузией, Давид Гареджи монастырь и так далее. Почти ни одна граница на территории Советского Союза внутри, а не внешне. Они не делимитированы, не демаркированы. Граница Казахстана и России, Украины и России, Молдовы и Украины и так далее. Много этого всего. Нет договора между Эстонией и Россией, там, ну и так далее. Много. Кыргызстан, Таджикистан, только что мы видели столкновение, очень похоже на то, что было в Карабахе, просто масштабы отличаются. Соответственно, что хотят русские? Русские хотят, чтобы начался процесс, переговорный процесс, в результате которого будут определяться границы. Это, во-первых, тут есть два подводных камня, дьявол в деталях. Во-первых, этот переговорный процесс может длиться 50 лет. Во-вторых, интересы, вот я уже говорил, да, что интересы Турции и Азербайджана совпадают почти на 100%. Тут интересы нас и России, да, не совпадают на 100%, сильно причем не совпадают. У нас есть моменты, которые совпадают. России, как и Армении, нужно, чтобы была более или менее определенная граница между Арменией и Азербайджаном, чтобы рисков на этой границе было поменьше, и чтобы этой головной боли у русских не было, чтобы каждый раз, когда кто-нибудь, кому-нибудь набил борду на границе или занял несколько километров, чтобы не звонили в Москву, да, чтобы вот этим не заниматься. То есть им нужно, чтобы было более-менее минимальное количество рисков на этой границе. Где будет проходить эта граница, все равно. Совершенно все равно. Им надо, чтобы она спокойная была. Севлич там будут контролировать Республика Армения или НКР, или Азербайджан. Какая разница? Тут наши интересы не совпадают. Азербайджане, наоборот, интерес вырвать сколько можно
результатов войны. И тут наступает третий момент, который самый важный в этом. Это третий момент в том, что у Армении нет ресурса, чтобы отстаивать свои интересы. Даже не быть равной за столом переговоров. Равным, ну, с Азербайджаном сейчас мы не можем быть, да, об этом речи быть не можем. После проигранной войны и вот с тем, что происходит сейчас. А, ну, просто представлять свои интересы нет ресурса. И в этом смысле, ну, тяжело будет. Какие там карты? Ну, будут какие-нибудь карты показывать, дело не в картах. А дело в том, насколько у тебя есть ресурсы отстаивать свой интерес. Да? Это ведь все годы между 1994 и 2020 годом говорилось, что мы обеспечиваем безопасность, да, Нагорного Карабаха. Вот теперь, когда граница не под Городизмом, а в Кабане, вот кто чью безопасность обеспечивал. Это, ну, правда так, да. И, повторюсь, ресурса мало, если нет вообще. И это чрезвычайно неудачная ситуация, когда твои интересы должен защищать кто-то другой, с которым у тебя эти интересы, естественно, не полностью совпадают. Никол Пашиняни ишканությունը թույլ է վարկավեկված է հեղինական զրկոտ է գնալով մեծ կախվածության մեջ է նաև հա Ռուսաստանի ինշխանությունից, այս թեզերը այսպես գնում են և դա գնալով ավելի հա ծծուն է դառնում. Ну, сейчас я скажу то, что вам не очень понравится. Да, дело не в Николе Пашиняне. Дело в проигранной войне. Если вместо Никола Пашиняна сейчас президентом Армении будет Бисмарк, Шопенгауэр и Наполеон, ничего не изменится. У Армении нет... У Армении нет... Вы меня спросили, можно я отвечу? У Армении ресурса на сегодняшний день для того, чтобы отстаивать свои интересы, нет. Конечно, в том случае и тогда, когда будет восстановлен потенциал армии, когда будет серьезный потенциал дипломатии, когда будет экономический потенциал, когда международные взаимоотношения таким образом построятся. Это все, в принципе, можно и нужно очень делать. Но на сегодняшний день этого, по крайней мере, до сегодняшнего я не вижу, чтобы это делалось. Я бы не стал отвечать теоретически, в принципе, где навскидку не вспомню, где и когда и кому это удавалось. Но сейчас у нас явно есть стремление у властей, да, нынешних, эту проблему возложить на третью сторону. А это не самый хороший вариант. То есть тактически это можно делать. Третья сторона – это Россия. Тактически это можно попробовать делать. Ну, давайте пример приведу. Да, вот смотрите. В тот момент, когда был занят кусок дороги в районе Шульнуха между Горисом и Капаном, да, вот в тот, я не помню, в каком эфире, может быть, даже у вас, ну, точно это проговаривал, да, в тот момент... Кто-нибудь сомневался, зачем они эту дорогу заняли? Зачем нужна Азербайджану дорога из Армении в Армению? Что они с этой дорогой будут делать? Единственное, что там делать? Цветы собирать или чай выращивать? Единственное, для чего можно эту дорогу использовать, это для того, чтобы мешать армянам. Да, для того, чтобы препятствовать, давить на армян. Это было очевидно, на мой взгляд. Это было совершенно понятно. Других целей, повторюсь, у Азербайджана не могло быть в связи с этим. Между тем, когда азербайджанцы это начали делать, а это прошло больше полугода, по-моему, порядка 9 месяцев, когда они это реально начали делать, оказалось, что дорог до Шурдуха, дорог до сел не было построено. То есть не использовалось это время для того, чтобы строить другие системы безопасности. К чему я этот пример привожу? Да? Если сейчас ситуация не очень благополучная, окей, можно использовать какие-то другие инструменты, но одновременно с этим нужно делать еще что-то. Я не вижу, что это делается. Предположим, последнее, да, в этом вопросе. Вот... Легко же заметить, да, что в основном те столкновения, которые происходят, те проблемы, которые мы имеем, они на
восточной границы Армении. Они между Сюником и Азербайджаном. Они между Сюником и Нахичеваном. Да. Почему? Потому что там есть граница. Потому что за 30 лет она возникла, она была построена, там есть соответствующие сооружения, там есть соответствующие войска, там есть соответствующие все, что нужно для этого. Ну, может быть, не все, может быть, можно там претензии предъявлять, но это там все. А тут ничего нету. Так это надо делать. Пока это не так. И это проблема. Да. Կախվածության մասին հետ ձեզ չխոսեցի, որ այս իշխանությունները պետք է մնան այնքան, քանի դեռ չեն ստորագրել դա իրականության մոտ է, թե ոչ։ Сейчас работают вместе при посредничестве России. Эти власти подвергаются давлению серьезному, давление в большой степени консолидированное. Оно идет разными способами, но и от Турции, и от Азербайджана, и через Россию, понятно, да, прямых контактов. Ну, по крайней мере, открытых нет. И это делается, да, чтобы это случилось при этой власти, конечно. Тут власть же себя, извините за вот такое слово, релегитимизировала. Они еще раз избрались. Это же вот то, что произошло в июле, ну, да, то есть, как бы бюрократически, по крайней мере. Прошла война, после этого власти избрались, они ведут этот процесс. Миутян Масин, да, реал это реал че? О каком союзе вы говорите? Я не понимаю, что речь. Я... Русастан Беларусь, асэнк, это реал че? У нас больше... зависимость от России, чем у Белоруссии. Уже сейчас. Белорусская экономика в меньшей степени принадлежит России, чем армянская. Трансгаз принадлежит белорусам. Атомная электростанция принадлежит белорусам. Там кредит большой есть, но принадлежит. Основные промышленные авуары принадлежат белорусы, а не русские. У Беларуси нет Азербайджана и Турции. Соответственно, такой безопасности, которая требуется Армении, у нее нет. У Армении уже зависимость больше, чем Беларусь. Поэтому говорить, что Армения превратится в Белоруссию, это значит просто не очень понимать, что происходит. В смысле, название будет ли написано «Союз» на нашем взаимоотношении? Вряд ли, а зачем? Повторюсь, у нас больше зависимость, чем у белорусов, а не меньше. Армения зависит от России больше, чем Белоруссия зависит от России. Словечки, чтобы написали. Я вообще на вывески обращаю не очень много внимания. А то, что произошло, оно уже произошло. Мы зависим от России. Մյուս կողմից ուզում եմ հասկանալ մերձ իշխանական այդ թեմը, որ այդ ուղությամբ աշխատում են նպատակը, որ ռեալ է, այդպիսի բան լինելու է, մենք աշխատում ենք այդ ուղությամբ, սա ինչ է, բլեֆ է։ Ես ռեալ բանի մասին եմ խոսում, իրական այդպիսի ուժեր գոյություն ունեն։ Речь идет о том, что является какими-то символами, это о том, как дорога назвать или коридор назвать, союз назвать или не союз назвать. Есть эта зависимость уже на сегодняшний день, как это Беларусь. А зачем? Ну, я хавеси хамар. Ну, не знаю. Շնորհակալություն, որ հետևում էիք մեզ, մնացեք մեզ հետ, մի քանի րոպեից նորից կլինենք ուղիղ եթերում իմ հյուրն է լինելու համահայկական հիմնադրամի նախկին ղեկավար Հայաստան Դաշինքից Արամ Արթանյանը։ Շնորհակալություն։